Сегодня на выставке «Тюменская марка» пара влюбленных решила вступить в брак. Выездную регистрацию устроили прямо на сцене спорткомплекса «Центральный», где и проходит мероприятие. Новоиспеченные молодожены Сухушины познакомились 3 года назад и всегда мечтали о необычной церемонии. Чем больше людей, тем больше глаз увидят нас, какие мы счастливые выходим. Я выхожу замуж. Познакомились мы, конечно, через соцсеть, так получилось. Ну, я считаю, это было романтично. Я нарисовал ей картину сразу же, увлек ее. Их свадьба стала оригинальной презентацией одного из участников выставки. Конкурс «Тюменская марка» проходит уже 16-й год подряд. Соревнуются в нем 100 лучших производителей товаров и услуг.